Quando você foi de Lagomilha, na vila até. Meu Deus, isso dá muito certo. Теперь спокоен. Все, спокойно, мы идем правильно. Тогда, когда мы вниз. Да, где-то еще километр 300 метров, и мы будем возле ворот. 300 метров. Нет, километр 300. Километр? 1 километр 300 метров. Да, вот назад как раз я только приехал, тут был пожар, наверное, спустя неделю. Тогда здесь запретили барбекю в лесу и вообще тут тушили очень серьезно. Выгорелая. Не помню сколько, но очень масштабно. Тушили немцы, чехи. Короче, вертолетами, самолетами, чем только можно. И как раз была такая погода, что не было дождей и был ветер. Оно все разгоралось очень сильно. И вот так. Ну, сейчас откроем. Может, если словит. Прогуглю, сколько сгорело квадрат. А вот, слышь, пишут, что полиция задержала и предъявила обвинение мужчине, который, по их мнению, устроил прошлогодний пожар в чешской Швейцарии. Это был самый крупный пожар в истории Чешской Республики. Даже люди, которые забрали все, даже... А, так там тоже забрали? Ну да, там же тоже. Общий ущерб от пожара, короче, оценем в 270 миллионов чешских крон. Если переконвертировать, как всегда, мама, это получается где-то 11 миллионов евро. Миллионов? Да. Ого. На тушение пожара ушло 20 дней, короче. В тушении принимали 6 тысяч пожарных. Короче, почти месяц тушили. Короче, да, на 15 лет его посадили. Тюрьму. Горело 3 дома в проселке Мизена. Еще был уничтожен
огнем, короче, пожарная техника. Это песок. Да, где-то 2 километра. Не так казалось, да. Не видно было скал. Потому что деревья были высокие, судя по тому, что осталось. Песок он, да. Ага. Песчаный камень раскололся. Видать, его ударило вот это большое бревно. Не, ну падало дерево и откололо его. Скорее всего, не одна такая тропа. О, ну там еще пойдем. Я думаю, что мы будем еще идти выше. Мне кажется, мы круг обойдем Так издалека похоже, как будто. Короче, сгорело 40 гектаров леса, да, вот пишет. Но это не крайне, найду, короче, точно. 20, 30, 40. А, 1000. Вот уже 1000. Короче, очень много. О, тут можно потихоньку идти по тени. Там сделали бы плавочку. Да. Да ладно. Надо делать поэтапно. Первый пит-стоп пивасик. Потом второй пит-стоп. Бурчак. Вот третий пит-стоп. Уже какой-нибудь ромчик. О, приветик, Иришка. Ты тут пропустила предисловие. Мы в Черской шли с вами. Да, Жека с больной спиной. Поперся. Сейчас полезу вот туда. Пожар, пожар, выгорели. Зайдем в вакуумы. Хорошо. Мира. Медведко, наша Мира. Не знаю. Закрыла ветер. Надо контролировать.
хотя там, в принципе, нам осталось пройти и вернуться обратно. Ну, я пить уже хочу. Ну, пошли, остановись тут. Вон, пошли там, вон, чуть дальше. Присядешь как раз. Ну, ну тут давай. Ну, тут. Ну, я думаю, что это должно быть просто рядом. Садись. Вот. На пенек. Капец, тут опилков, бля. Ну да, пилили все это. Это ж все тут позаваливал. Марик, ты там? Данька порасписывал дерево. Да. А чем это? Да чем угодно. Матрём, ножом. Да. Просто царапаешь. Кому надо? Давай, я пойду. Давай. Нет, видишь, это скоба. Как обычная скрепка на степлере. Только скоба. Сбивает в одно, во второе дерево, чтобы не солоно. Ну вот это реально, это подгоревшее, да? Кто? Не, это не подгоревшие, это они не горели, это их просто, ну, давно обрабатывали. И, да, их давно обработали, они были точно такие же, как и там. Только там новые стоят,
и заново только покрашены. А это... эти просто уже старые, на солнце от пыли выгорели. Дождями и все. Нет, они не горят. Потому что интернет говёный. Дома будет нормально? Нет. Вот это так и снимает рилс. Я ж поэтому говорю, когда ты снимаешь это все на нормальную камеру, с нормальным интернетом, ты это выгружаешь и получается нормально. А это ж потоковое видео, а если поток с плохой скоростью, то такое получается. Иногда рябит. Это так было видно на эфире? Да. Ну что же? Да. Марик, ну не видите, пожалуйста. Я не вижу. Тебя ж попросили, не трогай. О, что это тут? Что-то есть? Да. Какие-то ласточки. Что-то. Да, никто тут не живет. Это такой камень. А где под грибом? Пористый камень. Под грибом. Оп. На палку. Еще один. Они нам вообще дорогие? Да, 1000 долларов. Где пит-стоп, мам? Где пит-стоп? Ты сказала, что там будет пивасик. Я только для этого туда и пошел. Да. Кто он, посмотрите на жипе. На той горе, на которой вы уже были. Туда? Куда? Скала Черских. А вот туда вниз, это скала Черских братьев. Таких. Надо. Я могу оплатить. Могу нажать на кнопку. Любой? Какую там она выбирала? Хранил. Может уже поменялась из латыш. Может она уже хочет. Вот такой вот опасный подъем. Только ради вас, мои подписчики, лезу на такую опасность. Вот. Куда идти? Идите, ваши ворота. Зачем мы сюда лезем? Вот. Для этого, чтобы увидеть. Трубы закопаны в горе. Поднимемся и отдохнем. Пойдем, уже чуть-чуть осталось. А то канатная дорога, да? Тут уже полегче. Полегче, да?
Пока у тебя полные силы. Дошли, да? Дошли, поднялись, вон кто. Это был замок дракона, ворота, въезд. Он на тачке заезжал тут. Конечно, Дрейк. Дрейк. Во, пит-стоп я. Блин, нельзя было бабки забыть в тачке, Вик. Ты не напомнила ничего, да? Жека, мы же уже не вернемся домой. В смысле не вернемся домой? Ну, до машины. А, конечно, не вернемся. О, баба Ляня, видите, здесь фоточку напомнила. На каком? Кто туалет? Папа. Шо, Марик? Что вы тут за мини-ворота? Да я не знаю. Как их там вопрос сделали? Марик, ну, наверное, тогда, когда делали, все было по-другому. Может быть, водой размыло, может, обрушило что-то. Может, ну, откуда же я вам не знаю. Понимаю. Смотри. Оно было прославлено еще до того, как тут был пожар. Да. Понятно, оно было такое десятилетие. Пещера. Папа, ищи лесочек. Ага. А нет, тут слишком светло, блин. Да. Не, пап, кто-то же реально жил, мне кажется, по востоку. Засунь руку, посмотри. Вот, а тут нормально берет, а тут делает. Конечно. Да. Ну ты у нас серый бомбер мог. Вот, да? Это мы с Дамбровского брана.
день интересный. Какая пражская? Апероль викинг любимый, 120 корон. Идем за апероль. Ну то выглядка номер два, наверное. Ну, это выглядка один, то на два. Ну и ты это идти в ту сторону, там где другой, тот знак. Пошли, обойдем, посмотрим, что здесь. Ну тут мы уже вниз пойдем. Да вокруг мы сейчас обойдем этих. Может, одной пойдем, стороны да? Ворот. Да и все. Можно. А тут красиво, вот на телефон наклонился. Папа, были мы где-то вон там-то. Тогда? Да. Когда входил? Нет. Да. Так. Ну, не факт, что им принёшься так. Разбивай-ка мне. Не надо твоя помощь. Зачем тебе этот кофе? А? Кофе зачем тебе? Было холодно. После фанты? Да.
Мама. Кого? Замочки. Мы? А, мы не вешаем. У нас так все под замком. День открытых дверей. Да. То надо было, если, знаешь, от самого первого дня замки подцеплять. Надо было. Вот с первого дня замок вешаешь и все. А так, когда гуси уже разлетелись, уже закрывать нечего.